911. 911, я вас слушаю. Что вы сделаете, если станете свидетелем взлома? Услышите крики жертвы. Помощь будет с минуты на минуту. Кажется, он спускается вниз. Связь прервалась. Ле? Повторный набор. По-моему, он услышал звонок. Сейчас же убирайтесь из дома, пока не совершили то, о чем будете жалеть. Что, если ваша ошибка стоила кому-то жизни? Слишком поздно. Это уже шестая девушка. Следователи полагают, мы имеем дело с серийным убийцей. Ты всегда можешь на меня рассчитывать, слышишь? Я уже еду домой. Люблю тебя, пока. О, господи. Нет, нет! 911, что у вас произошло? Я в багажнике машины. Непонятно, откуда сигнал. Значит, в телефоне нет чипа. Помогите, пожалуйста. Что мне делать? Послушай, чтобы тебя вытащить, мне понадобится твоя помощь. Полиция! Мы не сдадимся. Скажи, вы едете по трассе или по улице? По трассе. Так, выбей ногой одну из фар. Выбила. Молодец. Теперь высуни руку, чтобы тебя заметили с других машин. Теперь найди подлокотник. Помогите, меня похитили! Откройте дверь! Нет! Так, слушайте меня. Не смейте трогать эту девочку. Не нужно этого делать. Слишком поздно. Слишком поздно. Это тот же человек. В марте. Если бы вам дали второй шанс. Мы найдем тебя. Совершить нечто большее, чем просто звонок. Где этот дом? Как бы вы поступили? Обладательница премии «Оскар» Холли Берри. Номинантка на премию «Оскар» Эбигейл Бреслин. Помогите! Вызов.